2017 год гражданской обороны. Лишний повод для сотрудников МЧС встретиться с самыми маленькими гражданами и рассказать им о правилах безопасности дома, на улице или в учебном учреждении. Познавательную игру провели для учеников начальных классов Ивановской школы номер 2. Данная форма в качестве игры пожарно-спасательной эстафеты запоминается детям такого возраста наиболее хорошо. То есть воспринимается визуально не теоретически, а именно поучаствовать в данных мероприятиях, самим потрогать, одеть тот же самый противогаз и боевую форму одежды пожарного. Примерить костюмчик не по размеру оказалось непростой задачей. А ведь время – деньги. Ребята спешат и очень стараются. Мы узнали, как работают пожарные, как на самом деле это тяжело. Тяжелое мне показалось, как надевают костюмы пожарные. Ну, это еще может потому, что мы маленькие, и они нам велики. Мы не могли сами справиться без помощи. Ну, а у пожарных они уже долго этому учатся, и им все легко. Все конкурсные задания и блиц-вопрос ориентированы на знания ребят в области безопасности жизнедеятельности. По какому номеру звонить, если начался пожар? Как подать сигнал бедствия? И как надевать противогаз? В помощниках у школьников вот такой усатый спасатель. Самым интересным мне показалось, когда мы проходили зону зараженную с противогазами. Ну, некоторые трудности возникали, но мы все-таки рады, что мы участвовали. Дипломы победителей завоевали обе команды. А еще все участники получили раскраски, в которых изложены основные требования пожарной безопасности. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.